У Киплинга «Маугли», помните вы эту книгу? Есть такие потрясающие слова. Мы одной крови. Мы с вашим дедом люди одной крови. Не потому, что мы евреи, а потому, что мы участники войны. Конечно, среди участников войны были люди разные. Во-первых, по количеству пребывания на фронте, по тому, в каких войсках он был, в какие ситуации он помогал. Но твой дед был настоящим фронтовиком, который мы делились иногда с ним воспоминаниями. Он мне рассказывал о тех ситуациях, в которые он попадал. И я понимал, что он настоящий солдат, который воевал, как говорят, от звонка до звонка. Причем воевал, он был сержантом, по-моему, не был офицером, так? Вот. Значит, меня привлекало то, что он рассказывал о войне без рисовки, без желания выпятить себя, хотя у него множество наград, причем все боевые, заслуженные. Значит, я понимал, что этот человек делал свое дело по-настоящему. Это настоящий мужчина. То, что он фронтовик, для меня было очень ценно. И я по сегодняшний день сохранил уважение к людям, которые прошли войну. Поэтому дед заслуживает уважения, преклонения и любви, потому что если вы здесь, то в этом заслуга его тоже. Когда-то у Сергея Смирнова, писателя, который много писал о войне, были замечательные слова. Он говорил: «Помните», или даже так, что «я горжусь тем», что на красном знамени победы есть и капля моей крови. Понимаете? Вот дед ее пролил по всем, так сказать, параметрам. Вот это первое, что меня сближало с ним и делало его моим духовным братом. Он был друг великолепный, понимаете? То есть в нем не было мелочности. Я смешно там о какой-то скупости говорить. Он был готов все отдать. Он был в высшей степени порядочным человеком. А ведь это так важно. Поэтому к нему люди тянулись. Вы знаете, возле доброго, честного, порядочного человека всегда согреваешься сам. И потом всегда начинаешь себя равнять под него, чтобы где-то не совершить какого-то поступка дурного. Значит, он был друг, он был обязательный человек. Вот я, как качество мужское, я хочу это выделить. Плехов ваш – это был мастеровой человек высшей пробы. Он всегда радовал всех ветеранов какими-то поделками очень яркими к каждому празднику. Я его позвонил, ему говорю: «Гриш, ты можешь сделать мне такое? Вот я, у меня их много еще, кстати, есть, но я некоторые убрал, потому что было их слишком много». Он: «Хорошо, я сделаю, я принес, все». Вот так, так надо поступать. То есть, если ты не можешь, извини, не могу. Все. Поэтому, видишь ли, даже в этом память о нем. И я, когда смотрю на это, я вспоминаю не эти статуэтки, которые мне приятны, потому что здесь Дон Кихот там, и так далее. Это голова Давида Микеланджело, так? Вот, а там сам Давид, понимаешь? Вот. А я вспоминаю Григория Плехова, прежде всего. Вот так. Какой он был. Знаете, каким он парнем был? Есть такая песня. И такие люди навсегда, потому что они остаются в нашей памяти, в нашем сердце, причем не только у родных людей. Вот я в Бен-Сан-Хёрсте, я вспоминаю Гришу Плехова. Как-то другие из памяти, как-то они растворились. А Гриша, спасибо вам, что вы нашли время для меня. И самое главное, я очень дорожу тем, что дети и внуки помнят, откуда они родом, помнят своих близких, потому что без этого распадается связь времен.
И каждый народ существует до тех пор, пока он не только обладает исторической памятью о прошлом, но и личной памятью о тех, кого сегодня нет с нами. Вот такие, как Григорий Плехов, это те, которые украшают землю. Нет, так сказать, незаметных людей. Когда-то Сталин говорил о людях, что это винтики. Никто из нас не винтик. У Хемингуэя, помните, по ком звонит колокол? Каждый человек – это часть материка. От того, как мы живем, живет наша Земля, живет Вселенная. И твой дедушка, твой папа – это святые люди. Нам кажется, что, знаете, святость – это только если человек не кушает, не пьет, молится и ходит там в церковь или в синагогу. Неправда. Святой человек – это тот, который работает, который общается с людьми, который растит детей, но который ведет себя как порядочный человек. Он сеет добро. Поэтому я счастлив, что я из этого поколения людей. Я счастлив, что у меня был такой друг, как ваш дед и ваш отец Григорий Плехов. Да светится имя его, и да пребывает его душа в райских кущах. А превратились в белых журавлей.